И всем привет, ребята, и сегодня будем открывать кейсы. Значит, я еще докупил вот долгожданные кейсы, значит, 4, плюс еще там 2, так что будем сегодня открывать 6 кейсов. Вот, смотрите, вот будем открывать, так что потратил денег я не знаю сколько. Ну, если так посчитать, примерно 14 евро, 15 евро, примерно, так что банкрот. Вот, значит, я уже повысил себя, у меня золотая звезда магистр, вот 4 звезды, почти 20 уровень, ух ты, здесь Bloodhound, можно что-то получить. Так, значит, сегодня мы откроем 5 хромированных кейсов и ключ e-sport, вот этот мы откроем, потому что здесь много всего, я так подумал, лучше этот открою. Значит, вот столько у меня кейсов, мне еще давали, так что если кому не жалко, тоже можете мне дать что-нибудь, ключик, не знаю, оружие, какой-нибудь кейсик. Вот, и давайте откроем один ключик. Пришло время открывать. Вот, и если вы хотите, чтобы еще были кейсы, ставьте лайк. Если под этим видео наберется 20 лайков, следующая серия кейсов будет обязательно. Так, давайте выберем какой. Ну, давайте вот этот мне нравится. Так, ну и, значит, посмотрим, что же здесь есть, какие оружия. Значит, есть вот такие вот оружия, 5 синеньких, 4 фиолетовых, дальше 3 розовых, 2 красных, и, естественно, особый редкий предмет, это нож. Вот, ну ладно, все, я не буду тянуть время, все, использовать ключ, все, это полный пипец, что из этого будет, я первый раз снимаю на нормальном компьютере, и мы получаем клень, то есть хрень, ё-моё. Ртуть, ё-моё, это в одно место можно всунуть. Даже, ну да, это хрень. Вот, так, значит, сейчас нам надо нам поколдовать, как обычно. Это иногда помогает. Мы откроем кейсик, давайте откроем вот этот. И сделаем вот так. Откроем вот так, сделаем так, откроем так. Так, и теперь еще ручки разотрем, разотираем, и, ну и далее, я уже жмякнул, вот, и смотрим. Да вы издеваетесь, опять хрень. Цвет красивый, мне нравится, но это дешево стоит, это никуда не годит. Прямо с завода, о, ну не знаю, может 20 центов, на хлеб даже не хватит. Так, открываем третий ключик. Я не знаю, надеюсь, вам это понравится, потому что, ну, блин. Так. Давайте откроем вот этот ключик. Откроем вот этот кейсик. И, подождите. А, и давайте выберем вот этот предмет. Я не знаю, это помогает, не помогает, но что-то... Короче, все, жбенькнули, я не знаю, это полный пипец. Смотрим. О! О! Нога! Ну или нога, какая разница, короче, нога. О, значит, помогает, значит, сейчас будем колдовать. Сейчас все будет. Так, закаленная в боях. Я бы не сказал. Ну, красивый, конечно. Да. Так, дальше. Открываем четвертый ключик. Я вот даже не знаю, какой открыть. Вот этот или этот. Давайте лучше, наверное, спортивно откроем. Давайте жбенькнем. И выберем вот этот. И смотрим, что мы здесь получаем. Мы получаем вот эти. Мы получаем вот эти. Вот эти. Эти. Но об этом я даже не говорю, потому что я даже не знаю, что здесь будет. Вот, значит. Короче, давайте поколдуем. Выберем вот это. Видите, помалу. Давайте выберем вот это. Выберем вот это. И все, и сейчас еще мы растираем и нажимаем. Так. Ультрафиолет. Но вижу, что после полевых вроде бы испытания. А, немного поношено, ну да. Ладно, мы разбавили, так компотик сделали, осталось у нас 2 ключика, и должно что-то выпасть, ё-моё, вы что, издеваетесь, что ли? Так, открываем второй ключ, открываем пятый кейс, вот он, и выбираем вот так, давайте вот так, и давайте ножик, что ли,
разбавить. Так, и резко нажимаем. О, там кое-что розовое пройти. Фиолетово, фиолетово, фиолетово. Фиолетово, что? От овнище. Немного поможет. Я не знаю, может контракт сделаем, я не знаю, если получится. Так, ну и ладно, последний кейс, ну что сделать, мы... Я вас порадовал, себя порадовал. И сейчас откроем последний кейс, я не знаю, последний кейс, первый кейс. И давайте просто ничего и выбирать не будем, я просто ничего растирать не буду, просто нажимаю. Я закрою лучше глаза, лучше, да, это помогает, да, лучше закрою глаза. Я ничего не вижу, вы видите, я не знаю, вы орёте, не орёте. Так. Ну да, это овнище, могу сказать, полный пипец. О, прям завод, но это не радует меня. Значит, вот здесь, наверное, минимум как евро. Так что мы в полнейшем минусе, но, блин. Иначе не получилось, значит, в следующий раз. Так что, я не знаю, давайте... А, контракт не получится, а из этого тоже не получится. Даже сатрековский не выпал. Ё-мо, обидно, но а что сделать? Тем более, надо от кейсов избавляться. Задёшево их продавать не хочется. Лучше пооткрывать. Вот, ладно. Следующая серия кейсов, я не знаю, когда будет. Но если под этим видео наберется 20 лайков, сразу же снимаю следующую серию. Все ради вас. Так что спасибо, что посмотрели. Ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь. И на этом все. Всем пока.